В ремонте очень исторический Atom Racing MX2 Comfort. Здесь проблема в том, что правая чашка каретки закручена не по резьбе. Я ее пытался сейчас ключом открутить. К сожалению, даже хороший ключик, вот такой вот проктуловский, он потихонечку разбивается, и нет рычага, чтобы сделать нормально. Что мы делаем в таких случаях? Можно центральную ось приварить к чашке и, надевая любой шатун, с помощью длинной железки, как рычагом, потихонечку откручивать. И потихонечку это все откручивается. Не знаю, сколько времени на это я потрачу, конечно, но сейчас сниму, покажу результат. Раньше я просто приваривал рычаг к чашке, но металл тонкий, его разрывает. А если приварить оську со всех сторон, получается равномерная нагрузка, и мы не расходуем ни железку, ничего, только один электрод уходит на все это дело. И потом выкручиваем, нам как бы старый шатун не жалко, потому что он все равно выброс. Надеваем трубу, и получается очень хороший рычаг, эффективный. Можно винтиком всегда шатун поджать. Значит, у нас здесь получается в одном месте, вот здесь вот видите, сорвана резьба. То есть либо это начало чашку рвать, не совсем понятно. Либо так закрутили на заводе или когда уже ремонтировали велосипед. В общем, проблема с чашкой. Здесь резьба у нас в целом живая. Скорее всего, может быть, только первый виток сорван. Если что, сейчас поправлю. Да, в итоге у нас сорван первый виток резьбы. Все вычистил дремелем. Сейчас продую и буду пробовать закрутить каретку. Все удалось закрутить, правда, не с первой попытки, но удалось закрутить. Поменяли шатуны, всю трансмиссию поменяли, все настроили, все теперь работает замечательно.